Всем доброго времени суток, с вами Анми, и мы с вами продолжаем играть в Обесчещенный. И я давно не играл, сейчас буду вспоминать. Помню только, что нас в прошлой части предали, по-моему, прошлую, да, это было, и мы лишились оружия, и теперь нам надо его снова достать. Из того места, куда его выкинул Дауд, по-моему, его так звали, добыча китового жира. Ну, давайте, кому интересно, я открою. Ну, по-моему, мы это уже читали в самом начале. По-моему, такая же книга лежала где-то в самом... где-то в доме, по-моему, в Пёсьей Яме. Что у нас тут? А я, честно говоря, уже забыл, как даже чем тут пользоваться. Так, вот так тут этим пользоваться. И зачем здесь столько... Так, вот наше оружие впереди. И нам надо аккуратно как-то усыпить всех их. А у нас нет ничего, да чем это можно сделать. А душить их одного за другим будет накладно. Ну, накладно в смысле... В смысле, они нас увидят. Накладно для нашего здоровья. Так, но все равно как-то это... Ой, как-то шумно получилось. Как-то это надо делать, поэтому... видимо, можно было пошуметь как-то, чтобы они отошли. Давайте попробуем, чтобы их не убивать. Не хочется мне их убивать, как и никого другого в этой игре. А надо делать это крайне... Ну-ка, сходите. Ой-ой, как-то... Как ты меня увидел-то? Да, вот и пошумели. Ну что же. Все равно он меня видит или чует, я уже не знаю, как это еще объяснить. Одним меньше. Остальные вроде бы не встрепенулись, поэтому быстро пробуем убрать остальных. И забираем свое оружие. Все, мы сделали все отлично. Ой-ой-ой. Как-то я... Ну давай. Отлично, все. И, видимо, мы отсюда уходим теперь. По-моему, очень неплохо мы справились. И как дальше? Ага. Ух ты ж! Вот это я неразумно очень сделал. Почему-то мне показалось, что... прыжка с цепи должно хватить. Ну что ж. Так, ну вообще отлично. Я что-то совсем я расслабился и... Ну ничего, я думаю, сейчас мы все это дело поправим. Забираем. Открываем. Идем к Дауду. Теперь у нас есть наше оружие. Надо посмотреть, что у нас есть. Так, что у нас есть? Гранаты. У нас, по-моему, не было гранат. И, кстати, цветочки. И... Опа! А вот так, я думаю, будет лучше. Потому что, честно говоря, их плевки меня совсем не радуют. Речной хрустик. Взять трофей. Ого, я не знал, что из них можно монеты брать. Смотрите. Вот это да. А вот это уже интересно. Правда, всего по 25, но... Однако ж... Интересно, откуда они у речных хрустиков? И зачем они им вообще нужны? Ну да ладно. Не нашего ума дело, как говорится. Поднимаемся, наверное, наверх. Хотя я не уверен, что нам именно сюда... Показывает Клогу Дауда вперед. Попробуем. Что у нас здесь? Так, здесь мы были, это на другой стороне находится. И тут нужен ключ, которого у нас пока что нет.
Ключ, видимо, мы должны где-то добыть. А вы посмотрите, и здесь речные хрустики. Но у нас, по-моему, есть еще гранаты. Так, а здесь какое-то мертвое тело. Но у него тоже ничего нет, к сожалению. Но мы можем, видимо, вот этих хрустиков тоже уничтожить точно так же, как и... Как-то они очень разбросаны по территории. Даже не знаю, что делать, но сейчас мы что-нибудь изобретем обязательно. Сейчас мы обязательно что-нибудь изобретем. Надо как-то заглянуть так. Вот. Они, по-моему, очень друг от друга на большом расстоянии находятся. Можем попробовать через верх как-то, да, еще пробраться. Я вижу трубы какие-то. Давайте попробуем. Давайте попробуем сначала через верх. Если у нас уже не получится, тогда мы двинемся именно напрямую через этих, еще раз повторюсь, хрустиков. Как-то они забавно так звучат, хрустики. Знаете, как чипсы какие-то, да? Так, а на эти трубы я что-то тоже не вижу, чтобы мы могли как-то залезть, может быть, через крышу. Угу. Ну да, вполне возможно, что вот именно так и надо это делать. Так, ну здесь мы с вами были. И просто к логову, да? Неужели здесь не будет нас ждать никаких чудес? Очень-очень, я вижу очень много трупов. Крысы. И подъема вроде бы как никуда нет. Но давайте спускаться аккуратно. Посмотрим, что у нас здесь. Взять трофеи. Просто монеты, да? Ух ты ж, боже мой. Они еще не все... Ты... Как? Что у него? Что у него здесь творится? Он подпукивает, извините за выражение. Ладно, прошу прощения за мое бескультурие, но выглядело это именно так. Ну что ж, идем дальше. Немножко страшновато. Здесь опять же одни трупы, да? И слышу много-много крыс. Хрустиков много, да. Интересно, берем тогда гранаты, потому что здесь, я так смотрю, их вдоволь. Бух. Так. Здесь мы уничтожили хрустиков. А что вот это такое за красные потеки? Или это кровь с, от верхнего? Здесь еще гранаты есть, так что пока нам нет смысла их экономить. И надо убивать всех хрустиков, потому что, как вы помните, они очень-очень... Вот, все отпидались. Видимо, мы не во всех попали, да, и мы... Я даже больше скажу, мы, видимо, и ни в кого и не попали там. Так, граната здесь, по-моему, еще была. Мы их всех подберем и что там охраняют эти хрустики, просто интересно. Попали? Бам! В этот раз должно быть все хорошо. Спускаемся вниз. Да, теперь все точно уже мертвые. Здесь, в принципе, ну, кроме записки, да? Давайте прочитаем. Указание Верховного Смотрителя Кэмпбелла. Заклинаю вас не терять отваги в вашем походе. Убийцу Дауда и его последователи называют китобоями из-за масок, которые они носят. Дауд обладает исключительными способностями и может оказать неожиданно сильное сопротивление. Соблюдайте предельную осторожность. Эти подлецы славятся своим коварством. Они обосновались в центре Радшера, в здании торговой палаты. Все пути туда перекрыты, за исключением железной дороги. Разыщите железнодорожную станцию на рынке Радшера. Будьте начеку, эти сектанты наверняка следят за всеми подходами к лагерю. Верховный смотритель Кэмпбелл. Но судя по количеству трупов, которые мы здесь с вами обнаружили, нам надо двигаться как-то крайне-крайне осторожно. Я вообще хочу посмотреть, что у речных хрустиков. А у этого речного хрустика было 50 монеток. Уже намного лучше по сравнению с теми 10, которые мы находили во всех хрустиках до этого.
Ну что же, больше я не вижу здесь ничего интересного. Вот здесь еще лесенка, куда она ведет. Как вы видите, здесь тоже ничего нет. Еще 50 монеточек. И, видимо, все. Видимо, все. Ну, значит, идем вверх по лестнице. И пробуем пройти там. Пробуем пройти там. Да, здесь вот какой-то уже рычаг. Еще гранаты, которые мы взять уже не можем, потому что у нас уже их максимум. Давайте осмотримся сразу, что у нас здесь. Логово Дауда. Мне не очень нравится, что здесь столько трупов. Боюсь, что это неспроста. Ребята-то тоже эти были непростые. К чему-то нас. Ух ты ж. И вы знаете что? Не буду я уже, наверное, скромничать. Хотя действуйте. Ай, как-то это было совсем опрометчиво с моей стороны потратить сразу два усыпляющих дротика. К тому же он упал вниз, наверняка или разбился, или утонул. Так что в любом случае он умер. И либо его надо было убивать сразу, либо как-то действовать более осторожно. В общем, глупо получилось в любом случае. Аккуратно осматриваемся. Я думаю, что он здесь не один. Ага. Ну, я был прав. Спать. А, где-то я тут еще видел. Так и есть. Он за деревом, и я его пока что... Да что вы все падаете-то? Что он... Ух ты ж. Да. Навык, видите, никогда не играешь, он все-таки теряется. К моему очень глубокому сожалению. Получается вот такая ерунда, как произошла сейчас. То есть я трачу, например, усыпляющие дротики абсолютно... в ненужный момент и ух ты, не ходи сюда, давай спи. Как я его пропустил и не заметил до этого, я не знаю, но для нас это могло сейчас очень нехорошо закончиться. Хорошо, что мы вообще его заметили. И что ты очень много дротиков потратил в таком маленьком помещении. Мне совсем не кажется, что это было правильно. Тем более, что нам идти дальше. Думаю, что чем ближе к Дауду, тем будет серьезнее его охрана. Так, здесь что-то есть снизу, да? А, можно попробовать, видимо... снизу пройти. Надо бы осмотреться, потому что центр Редшир. А вот уже первого мы с вами видим, да? Опять же, он на краю, поэтому стрелять я пока не буду. Иначе он нырнет, как и предыдущие все. Здесь мы не допрыгиваем, поэтому придется пользоваться нашей способностью. Залазим выше. Здесь есть куда-то еще на крышу. Давайте попробуем. Нет. Нас не пустили выше. Давайте вручную попробуем. Вот так. Просто есть ли какой-то смысл лезть выше? Мне по-прежнему не хочется никого убивать. Хотя... Форент сдается. А что сдается? Труба? Хотя, вполне возможно, что здесь по-другому уже и не получится. Ну, давайте, ладно, пробуем, как бы там ни было. Пробуем двигаться аккуратно дальше. Да, очень я аккуратно сейчас двигался, так что даже свалился. Ладно, может быть, удастся просто быстро-быстро проплыть куда-то, так, чтобы остаться незамеченным. Ну, вы знаете, может быть...
Может быть, это падение действительно чем-то нам и помогло, потому что какую-то часть мы оплыли. Хотелось бы, вот совсем бы мне, чего бы мне совсем не хотелось, так это встречаться с собачками. Да что ж ты сюда идешь-то? Здесь мне совсем некуда убежать, да, если что. Собачки, наверное, нас обнаружат по запаху, им-то совсем не обязательно нас видеть. Но пока вроде бы обе собачки ушли. Так, она ходит туда-сюда. Запах. Ага, вот и вторая, кстати говоря. Чуть я ее не пропустил. Давайте тогда попробуем по-другому. Здесь еще, я вижу сейчас мостик. Увидел только что, вернее. Ой-ой-ой. Ага. Так. Ну, здесь вроде бы пока никого. Собака. Если она уйдет, в принципе. Может, попробуй. Давай. Да что такое-то? Да что тут вроде высота-то не такая уж и большая, чтобы не было возможности запрыгнуть, но. Как скажешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня сейчас зажмут. Ой, еще один. Тихо. Вот так. Аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же вас тут много-то, ребята. Так, этот меня... Так. Видит он меня или нет? Судя по всему, видит, да? Ну, пожалуйста, отвернись. Еще один ходит. Как же тут пробраться-то? Да, пока у меня, честно говоря, даже предположений нет, потому что посмотрите, как их здесь много. И видите, один ходит за другим, то есть практически. Можно, конечно, очень долго ждать, подловить момент, когда. Хотя, видите, вот. Ну я не знаю, вот пока у меня, честно говоря, фантазии не хватает. Пока фантазии не хватает, честно говоря. У меня одна идея сейчас появилась. Вот так попробовать. Так. Пока вроде бы читаем, кому интересно. Дневник Марты. Так, это откуда? То есть как-то сюда можно было пробраться, да? Ладно, в любом случае это нам никак не помогает. Поэтому что-то надо здесь будет предпринимать. Давайте попробуем сейчас еще дротиками. У нас один остался, хотя бы вот этого одного усыпим. Как смотрите, они сразу всполошились. Как же они сразу все всполошились. Ну, честно говоря, у меня даже в связи с этим... И последняя фантазия пропадает. Ага, ну вот этого мы сейчас тогда попробуем усыпить тоже. Быстрее. Опа. Ой. Ай. По-моему, нас с вами заметили. С
сидим под водой, пока есть воздух, и ждем, пока спадет наш розыск. Здесь все. Да что такое? Давай, вылазь. Да не хочет вылазить вообще. Да, видимо, здесь, может быть, можно. Да что ж такое-то? Ой, как мне вот это не нравится. Фу. Ну вот чего он делает вот сейчас? Вот я вынырнул, да? Зачем дальнейшие какие-то вот у него потуги там еще? Опять нырнуть куда-то. Так, теперь бы вспомнить, откуда мы свалились. По-моему, вот откуда-то оттуда, да? Так, ну... Главное, что мы убежали и опять никого пока что не убили. Хотя мне уже это не кажется умной идеей, никого не убивать, потому что... Сами видите, что происходит. Нет, не достал я. А я хочу проверить все-таки. Почему-то мне кажется, что можно и отсюда попробовать. Да, смотрите, их там вообще двое. Вот вход в логово. Так, а если... И поверху, да, никак не получается у нас. Хотя, нет. Ну, здесь, видите, покатая крыша, и нас будет скидывать с нее. То есть здесь не получится. Здесь только надо... Еще можно попробовать использовать изгиб времени. Ух ты ж, куда я свалился-то? А, ну ладно, главное, не погибли, да? Давайте пробираемся тогда. Аккуратно пробираемся. Так, вот еще один. Так, как к нему, интересно, залезть? Ой. И опять же фейл, да? Опять же фейл. А, если я понял, как туда пробраться. Как туда... Ага, еще один. Ну это где-то вот, видимо, там можно зайти. И проход... Да как же? Как же вы умудряетесь-то меня обнаружить-то постоянно? Мне уже действительно кажется, что проще их убить и... Все, и так можно будет пройти, потому что... Ну, сами видите, сколько мы сейчас тратим время, чтобы... Все здесь осмотреть, чтобы только попасть дальше по заданию. Дротиков у нас. Ой-ой-ой, что это было? Так, давайте тогда вот сюда попробуем. Здесь мы еще с вами не были. Сюда я, да, и не достаю. Так. Что-то я никуда не достаю. Тихо. Нет. Повезло сегодня, парень. Тебе сегодня просто повезло. Да что такое-то? Ни
хотят нам давать его трофеи. И мы потратили с вами самое ценное, что у нас на данный момент есть. Это эликсир. Ух ты. Но у нас появился зато шанс там обойти, да? Давайте им немедленно воспользуемся. Ага, вот и вот он, эликсир Пьеро, поэтому я просто обязан его забрать. Читаем, кому интересно, отрывок из дневника убийцы. И аккуратно пытаемся, опять же, не убивая никого, пробраться дальше. Ух ты ж. Тихо, тихо, тихо. Correct. This prisoner we took. The bodyguard who was with the Empress seems to trouble him gravely. Yes. I feel that we've reached a turning point tonight. Yes. Good luck on your assignment. Nice. Мы просто с вами в наглую тупо прорвались. Быстро, 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 пока второй отвернулся. Бери ты его. Все. Отлично. Отлично. Усыпляющий яд надлежит использовать исключительно в тех случаях, когда цель нужно взять живой. Не вздумайте тратить яд на мелких сошек. Мы не боимся проливать кровь. А вот я боюсь, к сожалению. Ой. Тихо, тихо, тихо. Усыпляющие дротики. Монетки. Я боюсь проливать кровь, поэтому... Так, наверху двое, да? Вот это что такое? Записка от Дауда. Если дела требуют попасть к воротам Реджера, возьми ключ у меня, Дауд. То есть так понимаю, что это он для нас написал или нет? Или я... как-то неправильно его понял. Нужен ключ Дауда. Что-то там, видимо, тоже интересное висит. Висит, лежит, то есть, в смысле. Так, а где же наши дротики? Вот они. В коленочку. Ну, неплохо. Неплохо, у нас остался один дротик. Ну, я думаю, мы с ним как-то все-таки сможем. Не сможем воспользоваться им по назначению. Здесь можно попробовать с изгибом времени поиграться. Хотя один из смотрит прямо на нас. Ну будете вы шевелиться, нет? Тихо, 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 тихо. Мы же совсем незаметны. Ах ты. Да что ж такое-то? Подходи. Ну. Ребята, вам несказанно везет. Вам несказанно везет. Можете только, когда проснетесь, радоваться жизни. И лучше бы вам
этим больше не заниматься. Ну да ладно, идем вперед, пока вроде бы, пока мы прям на пределе, как вы видите, тратим все свои эликсиры, но по-прежнему никого не убиваем. Хотя, еще раз повторюсь, мне уже совсем это не кажется правильной идеей. Можно здесь проходить намного быстрее, я уверен, просто сделав из этого экшен. Так, ты один здесь? Ой-ой-ой-ой, как-то возвращается, по-моему. Ух, вот это мне и ему повезло. Здесь я, честно говоря, совсем не ожидал, что он пойдет обратно. И тем самым мог очень здорово подставиться. Ух ты ж. But I suspect it won't matter. I know where he's going. He will come to me. He'll have to. Ну что же, будем ли мы с вами пробовать сделать по самому су? Ruined at last. Lord Regent, Royal Spymaster, Hiram Burrows. You small, worried man. You'll never know how many times I've thought about trying to get close to you again. Just to put a piece of sharp metal in your eye. But now there's no need. You've been taken down by the same apparatus that gave you life to begin with. Laws and courtrooms and the mighty swell of public outrage. Good riddance to you, sir. So many schemes you had, and so many contracts. How many people did I kill for you? None like the last. None like her. I'd give back all the coin if I could. No one should have to kill an empress. Видите, он, в принципе, Дауд сожалеет о том, что он сделал. Можно попробовать, естественно, не убивать и его. Ну, давайте попробуем это сделать в следующей серии, потому что эта серия уже подошла к концу. Надеюсь, вы так же, как и я, ну, хотите, чтобы я никого не убивал, потому что на самом деле вы видите, я уже много раз повторялся, что можно идти очень легко и просто всех рубить, стрелять и так далее. Это бы очень-очень ускорило прохождение, но не знаю, это, по-моему, первая игра, в которой я пытаюсь идти по стелсу. Как правило, у меня это не получалось, но здесь вроде бы я вошел в роль, и пока все нормально. Ладно, спасибо всем, кто меня смотрел, с вами был Анми, и ждем обязательно новой серии, и посмотрим, что я придумаю с Даудом. Всем пока-пока!